Самый старший волонтер Карагандинской области живет в селе Текинекте в Нуринском районе. Миниагзаму Авлиярову 82 года, и несмотря на свой преклонный возраст, он активно помогает односельчанам. Юлана Чаус расскажет подробнее. Так, с самого рассвета начинается едва ли не каждый день Миниагзама Авлиярову. Ему 82, но пенсионер не может сидеть без дела. В любую непогоду первым на помощь в селе приходит именно он. На тракторе расчищает дорогу к школе, больнице, дому культуры и районному центру. Молодым механизатором Миниагзам Авлияров приехал на Целину из Башкирии и до сих пор не может расстаться со своим делом. Трактор – главный помощник сельчанина. Дел в селе много. Без нормальной дороги всем плохо. Маленьким же в школу нужно идти. А снега в этом году много. И воды, наверное, весной будет немало. Поэтому сейчас нужно чистить. Работы много. Весной пенсионер расчищает мосты и укрепляет дамбы. А летом нуждающимся односельчанам помогает косить сено, заготавливать уголь. Иногда пытаемся оплатить расходы, дать ему денег, хотя бы за топливо. Но это всякий раз оборачивается против нас. Он обижается. Бывает даже сильно. Первым волонтером на деревне и местным суперменом. Так сельская молодежь прозвала Миниагзара Авлиярова. И учится у пенсионера. Сейчас в волонтерском объединении округа уже 30 добровольцев. Юлана Чаус, Аслан Демизбаев, Хабар 24, Карагандинская область.